Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1514. События дня. Евангелие от Иоанна 13:13. Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. За 3 февраля 2020 года. И наше обращение о помощи нашему старости. Помог бы кто-то купить комбайн. Это не на ветер бросить. Человек работает, кормилец. Ну и тут показать ролики про них, их семью. И вот переписываются в нашем содружестве, что я их все это беру, сохраняю. Много нового. Курсором просто задерживайте и все. Места эти считайте. Это места, которые для ребенка нужны. Спросили, тут же выставляется.
Ну, вот так. Хорошо. Тут есть еще сообщение одно. Я его сейчас сюда покажу. Потерялся фотограф. Пропал фотограф из Барнаула. Уже неделю не выходит на связь. В Москве был. Александр Павлович Волобуев. 60 лет. В Потеряевке снимал он один. 30 лет. У него и выставки о Потеряевке были. Заповедник веры называют. Другую назвал Ковчег. Считайте тут. Вот он, Александр, стоит. Видно, как с аппаратурой. У нас везде скромный очень. И вот дальше пишут. 2 с лишним месяца. При странных обстоятельствах исчез известный барнаульский фотограф Александр Волобуев. Последний раз я слышал о его в ноябре перед злополучной поездкой. Говорил, что уезжает в Москву. Голос был грустный. В столице Александр участвовал в съезде фотохудожников, а потом пришло известие, что Саша пропал. Появились листовки поисковой группы «Лиза Алерт». Помогите найти человека. Вот он, фотография его третья. Телефоны дают, все тут. Брат художника тут тоже ищет его. Вот 4-я фотография. Саша настоящий профессионал. А еще он умный, интересный человек, хороший друг, значимая фигура для нашего города и края. В известие о его исчезновении невозможно поверить до сих пор. Я каждый вечер перед сном молюсь за него, чтобы был жив, здоров и вернулся. Все друзья Саши знают до последнего, будут надеяться на лучшее. По данным МЧС и МВД, в России в год в стране пропадает более 120 тысяч человек. Там в день до 300 человек каждый день. Из них большую часть составляет мужчина, почти 59 тысяч. И 38 тысяч женщины, а 23 тысячи дети. Вот так. Такой вот материал. Ну что, события. Дома сижу, события, помаленьку лечусь, глаз загноился левый, давно поврежден был, и инфекция попала. Вот так вчерашний. Ну вот на этом пока все у нас. Во славу Божию.